За первую неделю в музее Эльдара Рязанова побывало более 300 человек. Основная экспозиция посвящена жизни и творчеству выдающегося кинорежиссера. Здесь и мемориальная комната его семьи, и герои кинофильмов. В одном из залов экспозиция посвящена истории военного Куйбышева, когда он был запасной столицей. Музею сильно повезло. Он находится как раз на гостевом маршруте. Сюда будут водить пешеходные экскурсии во время чемпионата мира. Первый посыл нам хотелось бы сказать, что это один из самых крупных и известных режиссеров, самых любимых нашими соотечественниками. Именно это мы хотели бы донести до иностранных граждан, которые приедут к нам. Музей Рязанова на Фрунзе 120 и сквер, где расположен первый в России памятник кинорежиссеру, стали частью пешеходного маршрута для туристов «Загадки старого города». Он будет идти от фан-зоны на площади Куйбышева до площади Революции. Сегодня сами экскурсоводы посетили новую самарскую достопримечательность – музей Рязанова. Здесь вот именно воссоздана такая историческая обстановка. Дом находится, сам музей. Здание находится на нашем туристском маршруте. Здесь, естественно, очень привлекательный сквер Эльдара Рязанова с его интересным таким памятником. Человек присел отдохнуть около своего дома. На сегодня аккредитовано 30 экскурсоводов, в том числе, которые будут работать с иностранцами. Для них вся информация будет звучать на английском и испанском языках. Специальные таблички и буклеты уже переведены. Уже через две недели в Самару прибудут гости со всего света. Помимо игр чемпионата мира по футболу, их ждут уникальные экскурсии по знаковым местам города. Даниил Лучков, Василий Колдашов. События.